Голубь, голубь летит на свободу. Привет, друзья, привет, мои дорогие подписчики. Сегодня у нас, сейчас я вам покажу. Среда, 17 января, то есть сегодня. И в Инстаграме выкладываю видео тоже. Если я снял сегодня, значит сегодня выкладываю свежее видео. Но почему в Ютубе идет такая большая задержка? Все пишут, почему у вас лето, почему у вас лето и так дальше. А лето у нас потому, что я монтировал фильм «Жесть 3». Это очень долгоемкий процесс. Я его снимал 3 года, монтировал 1 год, и во время того, как я его монтировал, я снимал другие видео, но не имел возможности их смонтировать, потому что монтировал этот фильм. Целый год я монтировал этот фильм. Например, на профайл Вована я потратил больше 2 месяцев, каждый день по от 2 до 5 часов. И сегодня Вован будет на стриме онлайн, прям сегодня, и расскажет, почему он уже не снимается в моих блогах, почему его нет, но это другая история. Видео зимы. Потому что я наснимал много видео, и сейчас я их хочу смонтировать. Некоторые школьники, я бы сказал, люди, но нет, школьники, потому что они разумно такое говорить, говорят, удали интересное видео, удали те трюки, в которых ты старался, убивался, удали все самые смешные моменты, пранки и так дальше, и сделай то, что сейчас. А сейчас что? Сейчас я сделал операцию на нос, я не катался очень долго, травмировал колено, тоже не катаюсь. Слегка начал кататься уже 3 дня, как катаюсь, но слегка, очень легко. И сейчас у нас сегодня, по-моему, выпал первый снег за зиму. У нас были дожди 1.5 месяца, поэтому я не мог ничего снимать. Материала вообще нет зимой. Только одно видео с Буковеля, которое я хотел бы вам сейчас показать, но, скорее всего, видео за Новый год выйдет тоже с задержкой. Почему я и снимаю это видео, чтобы вам объяснить. Сейчас я должен еще выложить летние видео, точнее, летних уже почти нет. Осенние видео, их всего-навсего штучек 10. Я сейчас в очень турборежиме, и там еще и летних 2 или 3 осталось. В турборежиме, каждую ночь, с утра до ночи, каждый день, без перерыва, буду монтировать для вас сейчас эти видео. Потому что если я сейчас выложу зимние видео, а их всего 3 штуки у меня, и потом я вернусь все равно к летним, потому что они интересные очень, намного интереснее, чем зимние. И получится, что вы будете путаться, а почему у Ромы другая машина, а почему у него уже не буз, а почему ты же снимал то, а ты уже в том, у тебя такие педали, а были такие, а почему то, меня один раз вы вынудили, заставили снять, показать точнее видео с Киева, как мы купили Вовну ролики, а потом вы говорите, а почему Вован опять в старых роликах, а почему это 10 видео подряд продолжалось, да потому что это видео вышло преждевременно, вы же сами просили. А потом другие меня просто по 100 вопросов закидают в день и просто голову мне парят. Поэтому сейчас будут выходить видео без нарушения хронологии. То есть, если я снял видео, после контеста снял видео, оно и сейчас выйдет после контеста, потому что недавно вышло видео с контеста. И извините меня за задержку, если вам не нравится, но я каждый день монтирую, я не сплю нормально. Стик! Он постоянно мяукает, Стик мне мешает. За стеной у меня гур тоже так поселили какой-то. Студенток мешает, сверху мешает, чайка гудит, алкаши кричат. Но я все равно без наушников, потому что еще не накопил на них денег. Хоть и продал рекламу, но у меня еще долги $1500. Потому что я начал делать шмотки и так дальше. В общем, все видео будет в хронологии. И, пожалуйста, не мучайте и не задавайте тупых вопросов, я вас умоляю. Просто смотрите видео и наслаждайтесь. На втором канале Мишани Фрирайдер будут короткие, но свежие видео. Если вы хотите их без сюжета смотреть, одноминутные видео, тогда переходите на канал Мишани Фрирайдер. Но если вы хотите сюжет, шутки, истории в стиле влог, тогда ждите на этом канале. Но на этом канале эти видео будут немного позже. До 1 марта обещаю... Не могу обещать, но постараюсь догнать график, если буду каждый день просто без перерыва, ничего не будет мне мешать делать видео с 1 марта, выйдет видео за 1 марта. Удачного просмотра, вас всех сильно люблю, вы лучшие у меня, так что
Если кому-то что-то не нравится, потерпите. Но видео все новые, нигде их раньше не публиковал, они просто немного с задержкой. Я тоже человек, поэтому поймите меня. Я точнее робот, потому что я сплю по 5 часов и каждый день монтирую по 12 как минимум. Какой я человек? Ну все, наслаждайтесь просмотром. Кто-то отправляется домой, кто? Тот, кто выздоровел. Блин, сильный. Хоть бы поел на дорожку. Попрощайся. Голубь, ты уже домой летишь, тихо. О, блин, с такими дорогами упасть можно. Голубь, голубь, летит на свободу. Голубь, скоро дома будешь. Голубь, здесь я тебя нашел. С подбитым крылом. Ты не мог лететь. Всего лишь недельку мне нужно было, чтобы подержать ее, покормить, и чтобы ты смог летать. Надеюсь, ты долетишь до дома. Надеюсь, я спас тебя, голубь. Да, лети домой. Смотрите, какой счастлив. А нет, крыло у него все-таки так вот опущено немного вниз. Не до конца зажило, наверное. Но его ведь я так неделю продержал. Повязку он сам снимает. Не знаю, долетит ли он с таким крылом до 9 этажа домой, сможет он нормально летать. Но я хотя бы попробовал спасти его. Тогда, когда он не мог даже подлететь на пару сантиметров. Теперь он у меня в квартире может летать. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы здесь выжить. Полетел. Слава тебе, Господи. Фух, аж тягар с плеч, все налекай. Привет всем. Приглашаю на свой первый стрим, который состоится завтра в 17:00. Какое число? 22, да? 22 число. Привет. Андрей. Это ты приехал, да? Да. Привет. Привет, Миш. 15? Не боишься сам? С Франковска. Я уже 14 років тут, сами не слышу. Йо-йо, выигрышные футболки. Футболки победителя уже на следующий день. Марик! Привет, а для тебя мы наехали. А где ты гвоздь зловил? Ну, там же стройка. А ты... Вон, чему там не світив? Та ж я не один світив! Я не один, чувак. А ми що дровили? Привет. Там подъема. Пацанчик з Франківська приїхав покататися. Франківська. Так. Піска є? Піска є. Я писаєш, куриш, колися? Ні, занадто дорого. Да, але якщо на халяву, то можна. Яблочко грається. Хорошенький котик. Стик. Что это было?
там Кирилл в Бельгії. В Бельгії на соревнованиях на Fast Series. А мене туди не взяли. Ну, не приглашали мене. В Бельгію ні. Це на зв'язі, в мене нема зв'язі. А в Москву там не по моєму стилю. Там по дьорту, я фрірайдер. Куди-небудь я хочу поїхати покататися, але ніхто не приглашає на змагання мене, бачиш, цілий рік. Артем на дьорти їде в Москву, Єфимчук. А Кирил по фрірайду в Бельгію. От у мене в Бельгію, на Fast Series. Але так просто туди не попадеш. Ну так, треба не тільки вміти кататися, треба зв'язі, щоб туди пригласили. Там просто так не приїдеш і не зареєструєшся. А мене ніхто не приглашав. Кирила є зв'язі, вже давно в нього спонсори там. У мене нічого нема. У мене є тут стільки яблучко. Котик з яблучком. Я з України ж. З України тут деревня. Тут. Толк і того, що я катаюся? Ну, я не знаю, толк який. Ну, нравиться мені, де все. Ну, нема спонсорів вам, ну, що я зроблю? 12 років не знайшов за 12 років спонсорів. Це вже таке. Це не саме головне. Хай собі спонсори тусуються. Я сам собі зроблю спонсорство. Создам свою... Свій бренд, жесть, одежду випущу. І котика намалюю рижим. Буду продавати одежду і брати на спонсирування таких ребят, як я, молодих. Давати їм шанси, кого в мене не було за все життя. І буду строїти скейт-парк в Україні і розвивати цей спорт. Та везде. В Рівну тебе розвалять. Ну, розвалять, то будемо руки рубати, мафію создамо якусь. Будемо спорт розвивати. В Росії легше пробитися, ніж у нас. У нас, як коли ти працюєш, похоже, тобі зробить зло. А в Росії цього не зроблять. Ну, у нас не всі погані люди. Ну, багато, але не всі. Ти поїдь, побач. Циганам продали? Ні, Полішукам. А. Дивися, це хлів наш, да? Ну. Він, сука, построїв ще таку придбані і хату. Коло нашого хліва. І дивися, наша сітка там, блядь, циганський табор поставив. Плиту. І як цигани. Просто... Реально приїжджаєш на дачу, просто морально ти можна здохнути в них. Як цигани. Блять, це людей. Ото попалися сусіди. Наша свариться, мам, просто продай ту дачу і все. Я продавати батьківську дачу любив, просто забору поставив 3 метри. Бляху. Щоб їх не бачити. То пілораму включай, то, блядь, якусь краску вонючу, краску, то ще бензин якийсь воняє. Мішки, я зробив забор, я їх бачу. Котик як ребенок, за ним нужен уход. Чтобы воспитать хорошего. Котик. Активного, спортивного. Ну ты пузичка моя, пузичка, пузя, 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 пузя. Давай это положим. Дергай ее. Зараз запрыгну на спальню. Ооо. Скоро, пока она не до максимума. Ще вище повіться. Натяни її максимум, тоді легше її буде зламати. Привіт. Привіт.
Тікайте, ану. Ой-ой-ой.